Такого давно не было. Столько зрителей, и все спешат на концерт. Главный виновник перебирает аккорды за кулисами. Всего этого не видя, он страшно переживает. Волнение вполне объяснимо. Сольный концерт Дзыков 9 лет уж не давал. 9 лет уже не выступал. Вот сейчас вот уговорили. Просто... А как решились вот на такое? Да по заявкам трудящихся. А в это время даже гардероб забит до отказа, а поток зрителей все не уменьшается. Зыков, как мировая звезда, собирает полные залы. Обычно на концерты приходят, там 200-300 человек, а сегодня больше, наверное, 600, если не больше. Впервые такое? Гардероб у нас полный, мест нету уже. И так мы вешали на каждую номер по 3-4 куртки. Это впервые у нас такое. Почему? Значит, это популярный Зыков. Зачем тебе кольцо дорог, в бетон уложенных и в битум? Провинциальный городок, зачем ты тянешься к великим? Я честно хочу сказать, что я никогда не была ранее фанаткой бардовской песни, но после знакомства с Юриным творчеством, с Юрой самим, я вот сегодня с удовольствием принимаю участие в этом концерте. Его песни настолько добрые, настолько пронизаны любовью, энергетика такая. Без них просто было бы, наверное, очень нам плохо жить. Юрий, он святой и грешный, он такой, как все. Но, кроме всего прочего, он очень талантливый человек, целованный Богом. Златоуст, непростой предстоит разговор. Разобраться в тебе не могу до сих пор. Это белый террор, это красный террор. Это взорванный чьей-то рукою собор. Юрий Григорьевич Зыков поет о любимом Златоусте. Он уж теперь ему как родина, хотя родился музыкант в Алтайском крае. Он навсегда привязан к нашему городу кусочком земли, где теперь покоится его мама. Я примеряю пальчики на грифе, я дергаю прижатую струну и вздрагиваю вдруг непроизвольно под грозный комментарий «ну» и удивляюсь. Надо же, как больно. Любовь к музыке, стихам у Юрия еще с детства. А вот с гитарой близкие отношения лет с 30. Конечно, по-серьезному я стал заниматься уже где-то за 30 мне было, или под 30. Когда кончил институт, когда узнал, что есть такое движение авторской песни, когда попались первые записи Булата Акуджавы, которые кое-как разбирались на заезженной магнитофонной пленке. Когда впервые побывал на Эльменском фестивале, потом на Грушинском, вот после этого начались уже, так сказать, серьезные увлечения песней, сочинительством там. Мыты перроны слезами дождей и прощаний, штормовки пропитаны дымом костров. И вновь поезда вопреки расписанию идут с опозданием на много часов. Молодость бурно прошла в концертах, выступлениях и туристических походах. Юрий Зыков – душа компании. Его песни все время на слуху. Многие знают их с детства, знают наизусть. Да и петь их просто. Потому не смолкали во втором отделении концерта голоса друзей. Людмилы Цвор, Ольги Фокиной, Любови Федоровой, Ольги Медведевой, Инги Юдович и многих-многих других. Утонули в листопадах поезда, и вон чаем заправляясь на откосе. Вот и август вылетает из гнезда, теплый август вылетает из гнезда, чтобы планово спланировать на осень. Песни его идут от сердца, то есть это все пережито им самим. Хоть он и говорит лирический герой, но все равно он переживает и за героя, и за себя, и все вместе. Поэтому, то есть он пишет от своего лица, и поэтому вот все поют как свои песни. Этот человек, от которого,
которым просто не перестаешь удивляться. Я удивляюсь его слогу, я удивляюсь вообще всему, что он делает со словом. Вот сегодня перед концертом мы разговаривали с моей доброй знакомой, которая приехала специально из Челябинска, чтобы послушать выступление Юрия Зыкова. И она сказала, его предназначение в том, чтобы хранить русское слово. Вот этим он занимается. Со словом он делает потрясающие вещи, но именно допустимые. Я выберу курс не на самые легкие тропы. Покатятся горы навстречу угрюмой волной. Я выберу путь, не омытый всемирным потопом, где только звезда, да еще надо мной. Для меня главное общение это. Общение, вот мир КСП, это мир очень интересных людей, творческих и добрых людей. А доброта все же главное в этом мире. А строчки рождаются в душе, рождаются не по заказу, а по вдохновению. На расстроенной гитаре, сам расстроенный брюнчу. Это кто его знает? Может, фраза какая появилась, может, какое-то чувство захотелось излить, может быть, просто интересное словосочетание может подвигнуть на песню. Может, какая-то ключевая фраза, вот, допустим, Митяев, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Вот на такой вот фразе можно любую песню построить, хоть там хоть что можно писать. Главная центральная фраза есть, как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Вот. И вот если такая фраза родится, то песня обречена на успех. Коли ветер дорог не сумеет помочь, не чувствуй свою вину. Отчаянье прочь настроит ту ночь на Куйбышевскую волну. Отчаянье прочь настроит ту ночь на Куйбышевскую волну. Любовь, как центральный образ его песен. Да он и сам светится любовью. В этом весь Зыков. Ну, его женщины любят, и он женщин любит. Поэтому у него песня о любви, и жизнь он любит. Во всем это любовь. Юрий Григорьевич идеальный мужчина, абсолютно. Это идеал мужчины для меня, для дочери. Идеальный папа. Всем бы такого мужа и отца, и деда. Всем пожелала бы. Как ни стараешься, горе печаль. Ты улыбаешься, не скучай. Творчество Зыкова словно невидимой ниткой объединило весь зал. И по окончанию концерта зрители аплодируют стоя. И балконы, и партер. Все подпевают. Ведь музыка Зыкова – это песня души и сердца. Она так близка и понятна каждому в этом зале.